Здравствуйте. Пришла ко мне электроперечница вот в такой коробочке. Что могу сказать? Функцию свою выполняет сразу, чтобы было всем интересно и понятно. Работает. Нужно просто опрокинуть, перевернуть ее вниз. Я уже ее разобрал, подсветку отключил для экономии электроэнергии. Работает это все дело. От 6 батареек 3А. Брал я ее ради интереса. Сможет ли она справиться с кофе? В теории справляется. Но так как... Так, давайте, чтобы она не шумела, батареечку выну. Смысл в следующем. Жернова очень маленькие в диаметре. И, соответственно, кофе просто не пролазит между жерновами. У меня есть ручная, но она, правда, сейчас на работе. Там жернова в 2 раза больше. Здесь где-то 1,5, ну, на вскидку сантиметра жернов. А внутренний, я имею в виду диаметр, 1,5 сантиметра. У той где-то 2,05, может быть. Ну, не уверен. Врать не буду, ну, 2 сантиметра точно. Хотя... Самое интересное, что жернова здесь керамические, и в той тоже. Так что с кофе данная перечница, электроперечница, справилась бы на ура. Так что сделано качественно очень. Мне нравится. Soft touch. Ну, почти. В всяком случае, обработано очень приятно. Скажу так, вещь годная. Можете заказывать, покупать. Но только для приправ. Молоть соли, перец и тому подобное, кроме кофе, к сожалению. Всего доброго, спасибо за просмотр.